основной персонаж и ваши шарики. А я пока у вас спрошу, кто помнит, какая у нас следующая вечеринка? Банана на Топате. А кто помнит, в каком она клубе? Нет, она в Персона Грате. Банана на Топате в Персона Грате. Прям все, я стихоплет, мне плюсик, галочку и что-нибудь еще. Бонусы, в общем. Смотрите, 27 июня в Персонаграде Банана на Топате. На входе все получат по банану. И, в общем, будут довольно интересные бананные конкурсы. Я вам обещаю. Так что приходите со своими бананами. Вот мы вам дадим еще, будет веселее. Дальше. Следующая у нас вечеринка 6 июля. Это Pets Anime Party. И вход в любых ушках и хвостиках любого животного дешевле на 50 рублей. Так что все одеваем ушки и хвосты и приходим 6 июля. Дальше. Мне бы подсказочку. Что же у нас значит? А, да, конечно же, со 2 по 4 июля Anime Weekend 4. Трехдневный выезд на природу с анимешниками, игра в мафию, Форт Боярд и прочие шалости. Особенно классно ночью в номерах в Guitar Hero играть, конечно же, не то, что вы подумали. Так что приезжайте на Anime Weekend, и сиськи там тоже играют в Guitar Hero. Вот, значит, что еще вам рассказать? Ну, а вот аниме-магазин Няшоп замечательный. Спасибо ему за предоставленные призы. И в июле в Няшопе будет супер завоз. 5 раз больше товара, чем сейчас там есть. 150 видов кошельков завезут. Около 2000 видов значков. Около 100 видов подвесок, но я могу долго рассказывать. Короче, до хрена. Приходите и смотрите, все очень классно. Так, что еще? Так, подождите, значит, 6 июля у нас Pets. Потом у нас... А, у кого есть флаер на летней пати? О, спасибо, чувак, блин, ты меня выручил, честное слово, вообще по натуре с меня конфета. А, так, вот, значит, 6 июля Pets Anime Party, 2-го, 4 июля Anime Weekend 4, 10 июля, да запомните, что 6 июля Pets Party, она во вторник. Вот так, ну все, каникулы, что, во вторник, классно, потусим. Ну и зря, выкини это занятие, зачем оно тебе? Так, 10 июля, суббота, оп, и аниме, о, молоток, сейчас дам еще шарик, умничка, делай так всегда, вообще, чувак. Так, вот еще шарики здесь лежат, берите. Значит так, 10 июля, в субботу, Love Way Anime Party 2. Вечеринка, на которой мы будем искать вам пару и знакомить вас, чтобы вы нашли себе свою вторую половинку, четвертинку, ну, лекарем собрали. Не знаю, кому как больше нравится. Вот, а, Юй, Юрий по заявкам. Дальше, 31 июля, суббота. Пижамки Anime Party 3. В пижамках опять приходим, классика. 4 августа. Йой, аниме-пати. Диван Вершин, наш коварный мальчик Диван. Он, кстати, где-то был. Ну, в общем, он будет самым юным диваном из всех диванов. И 22 августа, это воскресенье, Rainbow Boom аниме-пати. Это вечеринка, посвященная разным цветам радуги. В разноцветной одежде вход будет дешевле. На Йой-пати вход дешевле с Йойным значком. Со значком I love Йой. Так, ну что? Все, дорисовал? Нет? Давай вещи. Что, да? Я в тебе гриму сказала, да не буду. Так, ну что? Ну давай с тебя начнем. Давай, показывай. Стыдно, у кого видно. Так, ну что? Дай, отдай. А, значит, вот. Кто знает, кто это? Правильно, из «Унесенных призраками». Отлично, так, держи. Знаете, это может быть кто угодно, честно говоря. Это ты кого загадал вообще? А, во-во-во, все, вижу, да, это Сагура Саски, у него вот тут шрам. Хорошо, дальше. Макона Мадоки, правильно. Ребят, если бы такое мир защищало. Она мне улыбается, мне хочется в туалет от страха. Она еще и я, говорит, это ужас, это ее будущее, 30-е столетие, ей задолбалось спасать мир, она решила говорить просто «ня». Так, ну давай. Дейнара! Дейнара, правильно. Итачи! Итачи, учиха, правильно. Дима, ты
А, пускать нельзя, замечательно. Какаши! Да, это какаши. Пока, какаши. Увидимся. В аду, наверное. Там все свои. Это был какаши. Так, а вот это давай ить, ить, ить. Нет, ребят, это воздушный шарик. Розовый. Это сакура. Сакура. Все, все, все хорошо. Так, сакуру мы тоже выпускаем на волю. Сакура умерла. Так, ну что? По-детски, я тоже хочу. Расскажешь потом. Это что, реально? Вот? Круглый покемон? А почему круглый покемон с надписью «Покемон» на башке? Это такой кэп, да? Типа «Капитан Очевидность», я покемон, если что. Да-да, ну ладно, покемон, хорошо. О, ну да. Да. Аниме-персонаж, никто не сомневался. Перекодировался в аниме, нормалек. Ну хорошо, это Бендер. Ладно. Ну что? Давайте проголосуем, кто же вам больше понравился. Итак, участник номер один. Нет, мы аплодисментами. Номер один. Номер два. Погода и безумная Sailor Moon номер 3. 4. Номер 5. Еще раз 5. 4. Ой, я ее тронула немножко, но ты меня простишь. 3. 2. И 1. Ну что, побеждает номер 3, ваши аплодисменты. И я иду за призами. Так, дайте мне, пожалуйста, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, что тут у меня есть прикольного? Надо вам что-нибудь интересное вытащить отсюда. Так, так, так. О, я знаю. Я знаю. Значит, главный приз у нас гобелен с реборном. Держи, гобелен с реборном. Это тебе. А все остальные получают по фигурке из Death Note. Выбирай. Рюка сразу вытаскивают. Рюка говорит, хочу. Киру. Нет, она... А, все в порядке. Ну, у меня осталась одна, как бы, да? Поэтому на кого Бог пошлет, держите. Так, ну что, конкурс закончился.